Саша, давай! С гордостью и волнением Павел Дорохов всматривается в синеву вод бассейна. Среди мелких волн его сын борется за места в заключительных соревнованиях сезона «Дельфиненок». На второй день заплыва накал на трибунах только увеличился. Я сегодня пришел поддержать сына. Он занял 3-е место. Считаю, что это вполне достойный результат. Очень горжусь им. Таблицы с результатами обновляются в режиме реального времени. Время заплыва спортсмены узнают сразу после финиша. А пока отдыхают, рассуждают о пользе плавания. Мне больше всего нравится плавание, потому что если ты будешь им заниматься, то ты будешь сильным, будешь уметь плавать. И если кто-то будет тонуть, ты сможешь его спасти. На финальные соревнования приехали больше 500 любителей водной стихии из 9 муниципальных образований Приморского края. Ребята разного уровня подготовки подводят личные итоги всего сезона. Судьи отмечают положительную динамику. В последнее время, в связи с тем, что развивается все равно плавание, президент России, президент Всероссийской Федерации плавания и министр физической культуры и спорта Приморского края уделяют очень много внимания плаванию, поэтому последние годы идет рост результатов наших спортсменов на уровне и Дальнего Востока, на уровне России. Каждый нырок приближает спортсменов к медали, а каждый финиш – к каникулам. Следующий сезон традиционно планируют открыть в сентябре.